Наши саперы на Донбассе обезвредили 50 вражеских мин. Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, их обнаружили возле позиции одной из наших бригад. Это ПМН-2 – противопехотные мины, запрещенные международными конвенциями. При взрыве такие боеприпасы наносят серьезные увечья ног. Все они 1987 года изготовления, в украинской армии не используются и были завезены из России.